меня впечатление очень хорошее, потому что все спортивные сооружения новые очень хорошие, на высоком уровне поделаны. Также хорошее впечатление сейчас деревня остается, и здесь, как я слышал, хорошие условия, видел хорошие условия для спортсменов, так что впечатление особенно очень хорошее, несмотря на все, что здесь, и специально, наверное, погода такая хорошая стала. Нет, все хорошо. И я хотел пожелать вашему городу, чтобы эти сооружения, которые для универсиады построили, использовали все люди Алматы, и особенно дети, молодежь, студенты, потому что очень важно здоровье, особенно сейчас, когда все за компьютерами сидят. И сейчас у вас для этого все возможности есть, только пусть народ идет в спортивные сооружения, использует их.